обязательно после орешков они моют ручки свои. Лапки, ручки. Умывается. Все, подкрадывание. Страшно. Ну, можно. Давай. Иди. Белл. Белл, мальчик. Да не ешь ты эти крошечки. Бери орешек и иди кушай. Так, все. Вроде ругань прекратилась. Но они тут, пока я на кухне находилась, они там поругались на балконе и ускакали оба. И вот по елкам там гоняли. Не страшно. Никто тут за тобой не гонится, да. Можно и покушать спокойно, конечно. У меня там есть видео еще в марте, до марта, наверное, февраль, где он начал уже подходить ко мне потихонечку. Помаленьку, но начал брать орешки из руки у меня. Вот. Но все равно, конечно, это хорошо, что они вот так вот боятся людей. С другой стороны, не подходят лишний раз. Потому что, ну, люди бывают действительно разные. Не все любят белочек, животных. Относятся к ним... Ну, отрицательно, вот так вот я скажу, да? Поэтому, конечно, ушки должны быть на макушке. Да, красавчик, какой хвостик, прям красивый. Практически как зимой вот у него был хвостик. Эх, попить надо, но рот занят. Да? Так, в какую сторону? Все, пошел.